По Семигорью снова разносится жужжание моторов. В минувшие выходные здесь прошел последний, третий этап открытых соревнований по мотокроссу на Кубок губернатора Ивановской области. Скромнее, чем прошлогодний чемпионат мира, но, по словам Михаила Меня, так даже лучше. Чтобы крупные чемпионаты не приедались искушенному ивановскому зрителю. Здесь нужно чередовать региональные открытые соревнования с соревнованиями всероссийского и мирового масштаба. Тогда будет повышенный интерес к более крупным соревнованиям. Ну, а нам как раз вот на этих соревнованиях нужно готовить своих спортсменов, чтобы потом мы их увидели на этом же треке, но уже в рамках этапа Кубка мира, например. Всего в личнокомандном первенстве приняли участие около 300 спортсменов со всех уголков нашей области и 10 соседних регионов. Погода для мотокросса выдалась подходящая. Трассу не пришлось дополнительно проливать водой. Моросящий дождь доставлял неудобства разве что зрителям. Меньше скорость, зрителям меньше интересно. А так трасса замечательная, как бы люди вложили в нее душу, так, ну то есть она отвечает всем мировым стандартам, требованиям, ну, то есть трасса супер. На этот раз трасса протяженностью 1270 метров включала в себя 18 крутых поворотов и 14 препятствий. Вкупе с грязевым покрытием это стало настоящим испытанием и для гонщиков, и для их техники. Ивановские спортсмены показали себя как одни из сильнейших. Более того, первое место в командном зачете заняли шуйские мотогонщики. И, возможно, кто-то из них будет представлять регион на всероссийском и даже на мировом уровне. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.